Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Mania. И перед вами такая вот большая посылочка. Начали приходить посылки с распродажи, которые были на сайте jd.com. В описании к этому видео будет ссылочка на код, который применяется при регистрации. До сих пор его можно применить и получить $10 купон при использовании при покупке на $20. Это весьма выгодно, вы экономите порядка 700 рублей с покупки, ну ровно половину, в общем, сэкономите. Также хочу обратить ваше внимание, что мы запускаем новый проект на сайте gadgetmania.ru, ссылочка будет в описании. Теперь все купоны будут в одном месте, и вам не надо будет искать их по сторонним, скажем так, сайтам. Все скидочки, все купоны с очень интересных распродаж, и вообще вы сможете экономить очень-очень много денег. Поэтому проходите, ознакомьтесь, если понравится, используйте, пожалуйста, мы для вас сделали данный проект. Итак, мы начинаем. Поехали! Перед вами вот такая вот посылочка, доставка. Я не знаю, что внутри. Доставочка у нас СПСР, буквально 5-6 дней, и она курьером была доставлена до, скажем так, ну, в общем, принесли прямо домой. Давайте распакуем, посмотрим. Мне очень нравится то, что быстро доставляет. Мне очень нравится то, что компания JD выполняет свои обещания. И действительно, товар, который стоил 5 центов или с применением купона, действительно доезжает. Это никакой не обман. И, если честно, приятно удивлены этим. Давайте посмотрим, что внутри. Разрезаем. Достаточно большая коробка. Ссылочки, опять же, на сайт, на купоны будут в описании к этому видео. Напомню, опять же, напомню вам о том, что у нас действует сейчас акция. Так, это бумаги. Так, вот такая вот посылочка. Наверное, отдельным видео распакуем. И вот такой вот купончик внутри. Внутри коробочки у нас рубашка, как мы понимаем. Она, давайте посмотрим, откроем. Она нам обошлась, коробочку в сторону. Она сделана. А это не рубашка, друзья. Это у нас платье. Платье таким вот образом. Такое домашнее. Домашнее, домашнее, в общем, хбшное платье, женские товары. Не ругайтесь, что это не относится к гаджетам, это все-таки посылка. Мы не знали, что внутри. Трек-номера предоставляются, но не совсем понятно иногда. Давайте посмотрим, что это. Давайте посмотрим по качеству. Ну, конечно, качество на четверочку. Швы вроде сделаны нормально. Главное, чтобы подошла по размерам, но, в принципе, для домашнего использования вещь стоимостью 4 рубля очень-очень прикольно. Конечно же, примерять я это все дело не буду. Давайте посмотрим, еще вот есть вот такой вот кушак. Что у нас здесь отображено? У нас здесь, конечно же, промо-рекламная акция. Что здесь мы можем увидеть? Мы можем увидеть смартфоны, всем известный Вали Фокс, есть обзор, распаковка, сравнение на канале. Опять же, проходите, ссылочки будут в описании, ознакомьтесь, смотрите, специально для вас сделали. Вы можете приобрести Xiaomi Redmi 2 за $89, Powerbank за 10.05. Также предложение по купонам, что такое JD, тут Виктор Сюй, какой-то президент международной бизнес-группы JD, то есть главный в этой шайке-лейке, нас приветствует и желает нам приятных покупок. Так, что здесь внутри? Давайте я сейчас в стороне скрою, посмотрю. Да, друзья, здесь не будем мы делать отдельное видео, чтобы вам было интересней. В общем, вот такой вот пакетик, тоже по акции, по распродаже. Вся посылочка у нас получилась, скажем так, девичья. Может быть, интересно будет кому-то подарок приобрести или еще каким-то образом.
Здесь набор для макияжа. Все как нарисовано на картинке. Все находится вот в таком мешочке. И здесь у нас всевозможные карандаши. Женские, точнее. Если правильно сказать. Я даже не знаю, что это такое. В общем, в описании товара было указано о том, что вот эта ручка сделана из дерева, из бамбука. Это для макияжа, для мейкапа. Интересная такая щеточка, очень приятная на ощупь. Всевозможные такие вот штучки. Ну, в общем, друзья, посылки начинают приходить, их достаточно будет много. Очень большое количество заказов оформили, очень большим количеством купонов воспользовались. Вот такие вот вещи. И первые посылочки. Приятно, что компания GT заботится о своих клиентах и посылает свои товары курьерской доставкой, без разницы, сколько они стоят. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Надеюсь, будут интересные распаковки, потому что там также будут присутствовать гаджеты, одежда и так далее. В общем, все товары с распродажи мы будем стараться заснять на камеру. Еще раз напоминаю, что мы открываем альфа-тестирование сайта gadgetmania.ru, место, где вы найдете все купоны к всевозможным скидкам в интернет-магазинах Китая и не только. Советую пройти, ознакомиться. Мы старались специально для вас и очень много вложили сил, времени и средств в данный проект. А для вас это абсолютно бесплатно. Просто пользуйтесь и делитесь этой информацией со своими друзьями. Делитесь этой информацией в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Теперь обращаем внимание, что в нововведение от контакта, это то, что вы можете оставлять прямые сообщения именно в группу, сразу под аватаркой. Вы можете найти кнопочку «Написать сообщение», и непосредственно это сообщение попадает модераторам группы сайта, вернее нашего канала GadgetMania, и мы, соответственно, увидим. Теперь это не будет теряться в тонне сообщений, которые мы получаем от своих подписчиков. Еще раз большое спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм. Всего доброго. Пока-пока.